Привет, подписчики и гости моего канала. Сегодня свяжем зимнюю мушку на окуня. Ну, и на хариуса тоже пойдет, в принципе. Просто на хариуса я не рыбачу зимой. А окунь очень хорошо берет эту мушку. Так, что нам для этого надо? Нам надо три монтажки. Вот такая вот. Это будет у нас первый слой. Обрезали. Мушка очень простая. Зимой отрывов практически нет, поэтому я их вижу очень мало. Парочку себе, друзьям. Следующая. Вот такая вот желтая. Как бы лесенкой получается. И последний цвет. Можно использовать монтажку, но я использую капроновую свою самодельную. Обрезали. Еще эту мушку называют немецкий флаг. Ну и все, собственно, мушка готова. Единственное, что нам надо сделать, это покрыть лаком узелок. Пробовала я всю мушку покрывать лаком. Но заметно хуже начинает работать. Ну и все. Мушка готова. Вот такая вот простая, незамысловатая мушанция. Забыл сказать, крючок Марусега номер 6. Ну, практически соответствует, чуть больше 16 номера скут. То есть вот мы берем скут 16. Как видите, размер почти одинаковый. Чуть-чуть больше она. Все. Готова муха.
Не знаю, что окуню она напоминает. Но кушает он ее с удовольствием. Ну, в конце концов, можно опарика сюда подсадить.